ну, отреагировал на этот знак поддержки сам Дональд Трамп. Он сказал, что его яркий сторонник — это действительно очень такой хороший шаг поддержки совершил. Ну вот в двойных стандартах прессы он обвиняет. Дело в том, что операторы не обратили как бы внимания на пожилого активиста. Продолжали снимать только Обаму выступающего, а протестующего показали издалека, так, чтобы не было заметно. Ну вот, явно заслужил он крупный план, говорит Трамп. Конечно, вспомнил тут же и про Клинтон. Миллиардер высмеял все ее попытки завоевать популярность с помощью звезд эстрады. Он привел в пример самого себя. Just me, no guitar, no piano, no nothing. But you know what we do have, and it's all of us, it's all the same. We all have great ideas and great vision for our country. That's what we have. Ну вот мы запомнили, да, только что Дональд Трамп сказал, что в отличие от Клинтона, он все делает сам. Это значит все и только сам. Ну, он даже словами из песни говорит, получается, называется она «All by myself». И не нужны ему тут Джей Ло, Бейонсе, и сам он себе выходит Селин Дион. Ну а Хиллари тем временем зажигает уже в компании Бейонсе и Джей-Зи. И, кстати, поп-дива призналась, что давно поддерживает демократов. Любит она все новое. Вот так 8 лет назад радовалась первому чернокожему президенту. А теперь хочет порадоваться победе теперь уже первой женщины президента. Но ради такого дела Бейонсе по полной выложилась. If you're ready for freedom, make some noise. If you're ready for freedom, make some noise.